Дмитрий Арефьев, один из лидеров мини-футбольного «Кристалла», снова в протоколе своей команды. Отбыв одноматчевую дисквалификацию из-за удаления в игре против «Погоды», он снова надел капитанскую повязку и вывел «Кристаллических» на очередной поединок в рамках чемпионата Ульяновска. Вот только сыграть самому было не суждено. Рецидив травмы колена подвел. А матч для «Кристалла» очень важный против соседа по экватору турнирной таблицы «Контактора». К стартовому свистку команды, набрав по 12 очков, расположились на 5-м и 6-м местах. «Кристалл» вообще считается как бы, да, более такой оборонительной командой, как бы мало забивают, но и мало пропускают. Мы, я думаю, сыграли сегодня, постарались высокий прессинг, хотели быстро забить там 2-3 мяча. 2-3 мяча слишком громко для матча, в котором играют не самые забивные команды. Вот и первый тайм показал. В обороне и «Кристалл», и «Контактор» действуют сверхнадежно. Чего не скажешь об атаке. Минимум осмысленных действий, максимум брака в передачах. Вратари, по сути, в дело не вступали. Игра не шла как ни у той команды, как так и ни у другой. Просто разрушать разрушали, а созидать ни у кого не получалось. Первым создать что-то вразумительное ворот соперника удалось «Контактору». На 39-й минуте заводчане сотворили таки голевую комбинацию, которую не сильным, но точным ударом в нижний угол завершил Марс Погубаев. Вот только порадоваться команда толком не успела. Всего через минуту Александр Кузнецов первым подоспел на добивание и запустил мяч уже в пустые ворота «Контактора». Казалось, теперь дело с голами пойдет веселее. Мы старались прессинговать их, не дать им играть в их игру, где они раскатывают спокойно, бьют. Вот. А в целом, я думаю, мы сыграли так как была, какая была у нас установка на матч. Вот, я думаю, ее выстояли в этой матче. Попробуйте. Андрюш, опять сюда, вот сюда, вдаль. Попробуй. Не надо бить, вот сюда, вот вдаль. Андрей, покажи сюда, а сам вот сюда. Это установка тренера «Контактора» Виталия Шарова за 58 секунд до финального свистка. Футболисты своего наставника не услышали и, больше того, едва не пропустили. Нападающий «Кристалла» Александр Кузнецов был очень близок к дублю, но не переиграл в ближнем бою голкипера «Контактора» Дмитрия Тагашова. В итоге ничья. 1-1. Для болельщиков, может быть, такие матчи не слишком зрелищными получаются, но для каждого из команды набирается больше в борьбе, мне кажется, приобретает таких бойцовских качеств. С такими играми становится еще больше этих самых качеств. И тем самым мы становимся сильнее, как команда. Удивительно, но один из самых бедных на голы матчей чемпионата пришелся на самый результативный тур с начала первенства. Всего в этот игровой день забито 46 мячей. Треть из них приходится на поединок Симбирска-Берхофа и Вертера. Фаворит, конечно, победил, но при этом не блистал в обороне. 10-6. Настоящий триллер выдали «Симкор» и «Авангард». За 5 минут до финального свистка «Симкор» вел с преимуществом 2 гола и, казалось, одержит свою вторую победу в сезоне. Не срослось. Ветеран ульяновского футбола Кирилл Селезнев повел свой «Авангард» в атаку и привел заводчан к победе. 6-5. «Волга» на пару с «Кайманом» без видимых проблем разобралась с «Динамовцами» 8-3. Иван Кузнецов сделал покер. «Погода» потеряла очки в 4-м матче подряд, но на сей раз игру можно занести команде в актив. Ведь играли желто-синий с лидером «Мобирейтом». И в конце второго тайма проигрывали с разницей в 2 мяча. К счастью, времени отыграться хватило. Антон Лычкин и Иван Шишкин, забив по голу, сделали ничью. 3-3. В турнирной таблице по-прежнему та же самая тройка лидеров. Только теперь «Мобирейт» опережает «Симбирск» всего на 1 очко, а «Волгу» «Кайман» на 5, а не на 7, как было. В стане аутсайдеров тоже без потрясений. «Динамо», «Симкор» и «Вертер» уже даже не падают. Они достигли самого дна турнирной таблицы. Единственные изменения случились только в середке. «Авангард» воспользовался паритетом «Кристалла» и «Контактора» и сам поднялся на 5 место. Андрей Манышев благодаря покеру ворота «Вертера» возглавил гонку бомбардиров. У него 17 мячей. Его преследует дуэт форвардов «Мобирейта» Вячеслав Прибылов и Виктор Злыдарев. А вот недавний лидер «Голеадоров» Фанис Закиров из «Кристалла» не забивает давно. И его уже догнал Марат Сафин из «Симбирска». У них по 11 мячей. Следующий 10-й тур усеченный на 20%, поскольку «Симбирск» и «Динамо» сыграли между собой еще 3 января. При этом «Мобирейт» и «Симкор» встретятся в ближайший понедельник 16 января. Остальные три пары команд сразятся 21 числа. Весьма интересно будет подсмотреть, как «Кристалл» постарается закрыть очень забивного форварда «Волги» Ивана Кузнецова. We'll be right back.